заставляет задуматься. И еще я хотел бы обратить ваше внимание, но до чего же хороша Алена Бабенко. Я не про внешние данные, не про красоту, хотя это тоже. Какой она стала фигуристкой, какая она классная партнерша для Ромы Костомарова. Преклоняюсь. Ну, не срослось. Не срослось. Ну, что ж теперь? Ладно, все. Бывает. Ну, это неправда, честно. Да. Я даже не понял. Что, не засовывали, да? Очки тоже не засовывали, да? Жалко, поддержка такая решающая. Да, их не обманешь. Типа мы сделали, конечно, интересную поддержку. Да. Сам заход интересный. Сейчас накажут, боюсь. Вау! Алена Бабенко, Роман Костомаров. Оценки за технику. 6-0. Третий балл, 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0. Алёнка такая. 6-0. Третий балл, 6 баллов ровно. Общий балл 13 баллов ровно. Стильный, ну. А может, не заметили, потому что положение было достаточно интересное. Честно говоря, ребята даже не ожидали таких оценок. Почему? Ну, я просто смотрел за ребятами, и ребята так удивились. Но я думаю, они... Ну, потом... я думаю, что у них была здесь другая поддержка стояла. Но то, что они ее заменили по ходу и ничего не сорвали, они нам до этого ее не показывали. Но я так думаю, это прибавляет им только плюс, а не отнимает минус. Может быть, изобразительно для них это выглядело бы по-другому. Но эта вещь была абсолютно оправданная. И я поняла это только тогда, когда здесь был, ну, не, так сказать, не такой удобный. У них всегда очень удобный выход из поддержек. Да? Вот и все. Ничего тут такого не было. И нечего им расстраиваться. Они великолепная пара. Когда-то должно повезти, Алёна. Которая показала сегодня блистательный стиль. Им этот стиль идет. Направление, которое они взяли, очень сложное. И развиваться в нем, и захватывать души людей с собой очень сложно. И владеть залом по 3-4 минуты, именно развиваясь в таком стиле, в таком направлении. Так что я, например, абсолютно спокойно поставила им такие высокие оценки. Сделала это с удовольствием. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Валентин Николаевич, а что скажет Федерация фигурного катания? Федерация фигурного катания скажет блестяще. Очень интересная пара. Я вот на протяжении всего проекта наблюдаю за ними. Понимаете, ну очень приятно, что партнерша стала фигуристкой. Мы все равно знаем, что на льду Роман Костомаров. Потому что мы видим, как он трепетно относится к своей партнерше, как он умеет ее представить. Это вот как раз высший класс партнера. Молодцы, ребята. Поздравляю. Спасибо большое, Валентин Николаевич. Я вообще сейчас посмотрела, что Алена сейчас готовит новую роль в театре «Современник» и приступила к репетициям нового спектакля. Я думаю, господи, как она будет обходиться без Ромы? Я не представляю, какие же ей там надо будет делать поддержки, с кем она там будет танцевать. Придется тебе вызывать туда Ромку, мне кажется. А что думает по этому поводу комитет Государственной Думы по культуре и спорту? Ну, что я могу сказать? Была кризисная ситуация. Ребята с достоинством из нее вышли. И мы поддержали отечественного производителя талантливых программ. Браво! Спасибо большое, Антон. Поскольку у нас сегодня день откровений, то после этого номера я абсолютно точно могу сказать, о какой роли ты мечтаешь. Ты знаешь, я сейчас вот репетирую в театре, да, роль совершенно противоположную этому образу. И, кстати, я вот должна сказать, Татьяна Анатольевна, что
Роман всегда со мной. Вы не поверите, вчера на репетиции я... Я этого еще не слышала. Я серьезно говорю. Это смешно, потому что во время репетиции я сижу и понимаю, что я сейчас улетела на лед, и там я вот опять повторяю комбинации, шаги. И вдруг вчера, значит, мы проходим сцену, и я начинаю прыгать, что-то делает. И вдруг режиссер мне говорит: ты что делаешь? Я говорю: нет, ничего, я сейчас продолжу. Вот поэтому мне без него никуда уже. Татьяна Анатольевна, вы понимаете, что ситуация опасная? Она накалилась до предела. Я понимаю, что без хорошего партнера вообще никуда. Знаете, можно мужа поменять, а партнера нет. Ну что же, бессменный партнер, скажи, пожалуйста, сегодня финал. Сегодня действительно был последний танец в соревновательной программе. Ну, понятно, что ты постоянно теперь с Аленой. А ты-то будешь по ней скучать? Конечно, буду скучать. Конечно же, сейчас вроде у всех накопилась усталость. И сегодня последняя завершительная программа. Поэтому, естественно, все устали. И друг от друга устали, и от постановок устали, от всего устали. Но я прекрасно знаю просто, что по-любому полгода жизни, как говорится, никак не забыть сразу. И я имею в виду проживание на льду вместе с Аленой, вместе с тренерами, вместе с публикой, вместе с судьями. Это все равно как страничка книги, скажем так, и забыть этого невозможно. Естественно, мы будем через какое-то время, отдохнувши, будем скучать и по тем же тренировкам, пусть они не всегда были там удачные какие-то, нервозные, скандальные, поэтому по-любому, конечно же, я думаю, что все так думают, и все будут скучать друг по другу. Я скажу спасибо большое, огромное нашим зрителям, которые нас любят. Спасибо вам большое, что вы сегодня не заметили этого, к сожалению, не сделанного мной. Заметили, вернее, мы заметили, да. Но дали плюс. Я расстроилась нереально, потому что мне так нравилась эта поддержка. Это первый раз. Покажи. 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 Потому что можно и так, можно и так. Такую поддержку показать и другую. Запланировано же не было, а мы не знаем. Самое главное, что Рома-то не уронит, но самое главное, что ты вывернулась, Алена. Стало быть, ты понимаешь очень быстро. Мало того, что ты вывернулась, ты приняла и другую позу, когда он стал тебя вращать. Вот для меня это очень важно. Браво! Блистательные! Молодцы!